на природе. Всем привет! Сегодня мы начинаем серию обзорных роликов, посвященных продукции нового бренда Tari. Он создавался любителями активного отдыха на природе для людей, разделяющих наши интересы. Бренд Tari – это часть группы компании Теплодар, производителя, который вот уже более четверти века является лидером банного и отопительного оборудования России. Бренд Tari – это решение для любых условий. Ну а сегодня мы с вами более подробно поговорим о казан-мангале Tari M. Давайте начнем со сборки. Одним из главных преимуществ казан-мангала Tari M является его легкая и быстрая сборка. Вот так. В комплект изделия в первую очередь входит водоотталкивающая прочная сумка на липучке. Инструкция по эксплуатации изделия. Сами части казан-мангала. Крепежные элементы и универсальная шуровка. Казан-мангал Tari M состоит из следующих элементов. Это основное дно, полка, боковые стенки, передняя стенка с логотипом, дверца и специальные спицы крепления, на которые устанавливается непосредственно полка. Давайте приступим к его сборке. Начинаем со сборки дна. Для этого необходимо вставить... Не видно. Надо ближе. Для этого необходимо вставить пазы в отверстие. Также поступаем с полкой. Переходим к сборке основной конструкции. Для этого необходимо вставить боковые стенки в стенку с ножками. Устанавливаем переднюю стенку с логотипом. Устанавливаем дно в казан-мангал. Для установки полки нам потребуются специальные спицы, которые идут в комплекте. Вы можете регулировать высоту установки полки в трех положениях. Также в комплекте идет запасная спица. Устанавливаем полку. Обрежу. Последним элементом мы устанавливаем дверцу. Наш мангал готов к использованию. Казан-мангал Tari M выполнен из холоднокатанной стали толщиной 2 мм, что обеспечивает его долговечность и прочность. Он выполнен в форме шестигранника, что дает дополнительную устойчивость всей конструкции. Ножки, на которых установлен мангал, минимизируют риск неконтролируемого возгорания. В собранном виде казан-мангал очень компактный. Он достаточно легкий, всего 8 кг, но при этом вмещает в себя дрова длиной до 30 см. На него сверху можно будет поместить до 5 шампуров или использовать обычную решетку. Вы можете переставить полку на самое верхнее положение для того, чтобы использовать ее как плиту для посуды диаметром до 315 мм. Даже если она еще горячая, вы можете использовать универсальную шуровку для того, чтобы подцепить ее и аккуратно вытащить. Для того, чтобы переставить полку, необходимо спицы поместить в самое верхнее положение на казан-мангале. После чего устанавливаем саму полку. Теперь вы с легкостью сможете поставить сюда чайник, кастрюлю или даже ведро с водой. А перфорация на дне казан-мангала позволит оптимально распределить жар в самой печи. Для того, чтобы установить казан, вам потребуется убрать полку и установить сюда казан глубиной от 8 до 12 литров. В комплекте идет специальная шуровка, с помощью которой вы сможете не только шуровать уголь, но и убирать горячую дверцу. Гарантия на казан-мангал Tari составляет 1 год, так что можете быть уверены, он не прогорит, его не поведет. Его удобно брать с собой за счет компактных габаритов, у него небольшой вес, в нем вы сможете приготовить практически любое блюдо. Уже сейчас вы можете приобрести казан-мангал Tari в нашем интернет-магазине teplodar.ru. Ссылку на него мы оставим в описании к этому ролику.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. В нем мы проверим казан-мангал в действии и приготовим что-нибудь вкусное на природе. Всем пока, до новых встреч! Тарий. Давай. Хорош. Хорош.